Почему так команда? Что можешь сказать про матч? Матч? Ты даже не знаю. Счет по игре. Спасибо. В принципе, раскатали нас ребята стоя. Они не бегали, а мы не вышли на поле. Вот. Ну, может, жарко было, может быть, забродили напитки какие-то в животе. Ну, не ходили ребята без желания вообще. Вот. А соперник молодец, не хотели там обороняться. Все время атаковали при любом счете. Время не тянули, получали удовольствие от футбола. Вот. Ну, а мы ничего не показали, хотя сегодня неплохой состав у нас был даже. Вот. Но опять же, состав хороший на бумаге, а по факту оказался нехороший. Вот. Что ты можешь пожелать соперникам, либо своей команде в будущем? Соперникам удачи. Если бы они зашли чуть раньше в чемпионат, с самого старта, то они бы, мне кажется, боролись за чемпионство. Ну а так им выхода в Еврокубке желаю. Хорошая команда. А своим ребятам не унывать, играть с горящими глазами. Ну и с днем рождения Арама Григоряна. Спасибо, все.